Анастасия Джорджишвили – новый человек в джаз-бенде. Присутствует на второй репетиции, в основном взаимодействует с литаврами. Играть на них барабанщице раньше не приходилось, да и не было у музыкантов такого инструмента. Его покупка сразу подняла Амурский оркестр до уровня симфонического. Литавры задействовали в двух десятках композиций, которые сейчас оттачивают. Новое звучание подарили в том числе танцу с саблями. Литавры, они как отдел перкуссии. То есть это для усиления краски, для усиления эмоциональности в композиции. То есть если где-то нужно дать нагнетание, вот, допустим, танец саблями мы играем, то там вот уже, в данном случае, сегодня мы поиграли, и уже такое ощущение складывается, что без литавров здесь уже не обойтись. Когда-нибудь музыканты не обойдутся без скрипичного контрабаса, пока новинка стоит в чехле. Играть на нем, кроме бас-гитариста, некому. А два клавишных и туба уже в строю оркестра. Закупили новые инструменты на средства городского бюджета. То же самое сделали коллеги из Китая, которые вместе с Амур джаз-бендом образуют сводный оркестр. Такое вот обновление произошло не случайно. Впереди у трансграничного музыкального объединения концерты, посвященные 75-летию Победы. Они пройдут на обоих берегах Амура. Самое масштабное действие назначено на 8 и 9 мая. Будет большой состав оркестра, это порядка 70 музыкантов только на сцене, не считая вокалистов, где-то хор будет порядка 100 человек. То есть большая новая программа, которая будет уже более расширенная. Приедут китайские музыканты, которые играют и на литаврах, которые играют, скрипичная большая группа китайских музыкантов приедет, китайские вокалисты приедут. Мы будем петь как наши песни о войне, так и китайские песни о войне. Впрочем, поклонникам оркестровой музыки так долго ждать не придется. Первый концерт в честь Победы в Благовещенске состоится в январе. Алена Лепкалова, Сергей Захарушкин. Программа «Город».